Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать на игру Myst Survival. Мы продолжаем с вами, мы находимся в очень интересном месте, это в городе, где мы уже пару раз побывали. Но в прошлой серии мы закончили, когда я поднялся на эту крышу, чтобы переждать ночь. Вы же знаете, что ночью здесь у нас бывают зомби такие жесткие, мощные, которые тебя убивают, кусают и, не знаю, там бегают за тобой. И шансов почти, что если у тебя оружия нет, то у тебя и шансов на самом деле нет. У нас с оружием проблем сейчас нет, потому что как бы вы все видите своими глазами сейчас, что вроде бы как у нас тут все с этим пока что норм. Ну, пока не потратятся нам у нас все патроны. Я пришел сюда не просто так гулять и смотреть что да как, я пришел сюда лутаться, смотреть, что здесь можно хорошенького взять с собой. Вот эти вот вещи можем взять с собой, вот эти вот вещи можем. И еще, я в прошлой серии не увидел, не знаю почему, но я не увидел вот это вот. Это фильтры. Вот так, целых три штуки мы взяли. Выглядят они вот таким вот образом. И они нуждаются на нашего персонажа для того, чтобы... Иди сюда. Капец, сколько у нас колес. Мне кажется, так много колес нам не надо. На самом деле. Поэтому, знаете, что я сделал? Я все-таки эти колеса все-таки здесь оставлю. У нас их слишком, если не ошибаюсь, много прямо. Но эти фильтры ставятся на нашу масочку. Вот такая вот маска у нас есть. Давайте мы пока что ее тратить не будем. Сейчас мы передвинемся немножечко дальше. Собаки, надеюсь, ты тут? Да, собаки тут. У нас была проблема в прошлых сериях с этим домом, где зомби... Вот здесь у нас почему-то, правда, их нет. А ну-ка, секундочку. Не-не, ты глуши машину. Ты что-то так топливо тратить как бы не надо. А где зомби-то? Ай-яй-яй. Окей, тогда берем наш этот дробаш. Ты, надеюсь, там не помрешь, Собакин? Погоди. Давайте мы все-таки ему скажем, чтобы Собакин ждал здесь. Все, он сидит здесь и ждет меня как бы по стойке смирно. А я приду сюда. Зайду. Правда, нужно тут намного быстрее двигаться, чтобы это все дело успеть. У нас были проблемы со вторым этажом. Вроде бы как не открывались двери. Что такое? В смысле? Ё-моё, а что с дверью-то? Ёлки-палки. Так, одна дверь вижу открытая. Смотри, вот-вот вижу. Вижу. Не работает. Хорошо. Тогда придется нам кроубар использовать. В прошлый раз она вообще не открывалась. Да, но она и сейчас открывается. Не знаю, это баг, походу. Здесь тоже одна дверь открыта. Но эту мы, опять же, можем попробовать, не закрывая ту, можем попробовать эту открыть. Опять же, не открывается. F-lockpick у меня нет, поэтому, блин, ну я думал, что этот баг разрешится, но, походу, не открывает нам эти двери. Просто ребята говорят, что здесь есть хорошие такие интересные вещи. Фильтры, которые мы взяли с вами, они берутся только для этой маски. В смысле, уже так быстро, елки-палки. А ну-ка, поешь. Так, ну сахар мне на самом деле как бы сильно не нужен. Но фильтр нужен только для вот этих вот... Блин, сколько же здесь всякого говна, и почему-то у нас это все не влезает. Для этой маски. Еще 22% у этой маски еще кислорода есть. Давайте мы сейчас ее снимем. И посмотрим, куда я это все могу впихнуть. Тюх-тюх-тюх. Потихонечку, понимаете? Собаки нас ждет. Он не торопится. Это называется он у нас Лео. И давайте посмотрим, куда что можно засунуть. Мне кажется, уже пора двигаться домой. Потому что что-то у нас нифига уже не влезает. Так, это можно сюда. Вот это вообще не сюда будет залезать у нас. Здесь ничего нельзя застыковать. Хотя можно. Вот это можно. Снизу у нас колеса и всякая фигня, короче, для автомобиля. Здесь, кстати говоря, тоже можно. Вот клей. Ну, типа глину мы сюда поставим. Фильтр, скорее всего, почему бы и нет. Хотя мне один нужен. Могу split health, допустим. И я беру, короче, один фильтр в себе. Пистолет мне второй не нужен. Хлам мне не нужен. И вот это дело все мне не нужно. Значит, я могу еще раз повторненько туда зайти. Масочку одеть. На 20%. Попробовать что-то еще залутать. Ну, что-то интересное, я не знаю. Что-то, что... Ну, кожа. Кожа, почему бы и нет. Кожа у нас как бы интересная такая штука. Скотч там есть, баночка с водой. Этот детерджент, как его, тоже забираем, потому что из него делаются вроде специально такие гранаты, я уже не помню. Так, кожа, это тоже забираем. Соль, ну, пусть будет, короче, еда, которая... Вот так вот. И давай, не хочет. 6% осталось, я фильтр сейчас использовать не хочу, как бы.
Но я вижу, не все вещи берутся, да? Батареечки, да, берутся. Отлично, 3%, мне кажется, нужно выходить. И есть смысл сейчас прямо поменять себе на масочку. На масочку, а сразу же вот так можно, не? Вот так нельзя, а если вот сюда, вот. Equipment, gear, вот. Hold T to change filter. Фильтр. Вот, он сейчас меняет фильтр, вот такая вот у него анимация. И опять же 100% у нас кислорода есть. Это хорошо, все работает, это меня радует. Есть иногда вот такие вот баги, когда он не хочет подбирать какие-то предметы, но бывает, бывает. Бифкен. Тут очень много ресурсов из-за того, что я нажал слишком часто, чтобы игра перезаспаунила наши эти вот предметы. Ну, надеюсь. Опля, топорик нужен, по-любому нужен. И скотч. Скотч. Сахар пока что брать не буду, он мне в таком количестве не нужен. Окей, тогда отсюда вылезаем. Давайте посмотрим, что у нас с местом в инвентаре. Опять же, все забили, но, по крайней мере, ты пушечку уже скинул уже, да? Все, нормально, у него руки еще были приподняты. А что с этими шкафами-то не так? Очень странно. А, еда, 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 еда. Блин, у нас и еда уже не влезает сюда. Ну, окей. Окей, пару ящиков мы с собой взяли. Я здесь больше ящиков вообще нигде не видел. Я понял вас, господа, вы тут. Это я понял. Да, вы находитесь здесь, и вас как бы много. Поэтому пока как бы... Ну, у меня по-любому места нет, поэтому их трогать не будем. А, патрончики, смотри на них, патрончики. Давай вот так вот. На F нажали, отлично, там антибиотики упали, но ничего страшного. Все, короче, опять же, едем домой, едем на базу на свою, и там уже будем расстраиваться, будем смотреть, что мы будем строить, потому что мы планируем с вами замутить хорошую такую интересную базу. Живем мы, на самом деле, сейчас покажу, мы находимся сейчас вот в этом вот городе, а живем мы с вами вот здесь, это у нас база с вышкой, вот такая вот штука. Че такие лаги есть? В этом городе есть какие-то пролаги непонятные, очень непонятные, что это такое красное... Ага, ебанё. Ебанё, не влезает. Да ну, зомби появились. Ха, прикольно. Я тут был, зомбаков не было. Чуваки, да не вылезайте, да не надо, не надо. Чу-чу-чу, не буду я на вас тратить патроны. Залезь обратно и не высовывайся. Я вам сейчас даже дверь даже закрою. Да тихо ты, чё ты? Хе-хе, нормально. Все, маску не тратим. Короче, мы еще сюда вернемся. Сейчас мы заедем вот сюда. Самое главное, я пришел сюда за этими, за фильтрами, поэтому едем домой потихонечку. Да, у нас тут еще много чего можно лутать. Но нам нужно сделать больше ящиков для того, чтобы все это вот куда-то складировать. А потом уже посмотрим. Живем мы с вами вот в таких вот хороших, безопасных местах. Так, заезжаем потихонечку. Здесь у нас уже запланирован дом. Давайте вот сюда вот припаркуемся. А, отлично. Да, что ты с этой пушечкой берешь и берешь, а не берешь? И берешь, и не берешь. Все, спусти револьвер. Все, здесь, по идее, иногда гуляет медведь. Кстати, вот прямо сейчас могу, по идее, собрать эту машину все-таки, да? Ох ты ж, ёшкин-матрешкин, сколько здесь у нас вещей в этой машине. Да, и топливо есть. Ну, чтобы освободить как минимум один ящик, я ее могу собрать. Этот Range Rover, что ли. И здесь нам нужно немножко поработать. 90, чтобы вы понимали, 96 игровых часов этот дом будет строиться. Почему нам нужен этот дом? На самом деле, жить я буду там. А домик нам нужен только для того, чтобы могли взять себе людей. У нас же есть, допустим, тот же скот. У нас есть, сейчас я вам покажу, где у нас они находятся. Вот, у нас есть одна Рэйчел, у нас есть Джион. Какая-то новая девушка. Почему Джион, я не знаю. Скот, Рэйчел и Джион. Туду-лист это список для того, чтобы что-то там сделать. И чтобы они имели место проживания в нашем, ну, скажем, городке, то им нужен дом. Потому что туда, там у нас есть палаточка, они туда как бы не смогут жить, ну, вообще никак. Так, походу, замучена игра, что ты не можешь в палатку звать к себе других людей. Топор. Да, потому что, ну, потому что Shelter Command, потому что здесь, ну, просто Small House is a Base House. И все, скорее всего, здесь нельзя будет Permission. Хотя одного человека все-таки я могу сюда позвать, нет? Shelter Command.
Permission. Если permission ни у кого нет, значит, блин, я по-любому могу как минимум одного человека сюда все-таки... У меня все забито, да? Все-таки позвать. Хорошо. Сейчас мы приготовимся. Пару дровишек кинем в этот дом сегодня. Пару дров кинем в другой день, потому что все-таки 3 дня, как минимум, даже 4 дня даже будет готовиться этот дом. Это без добывания ресурсов. Только на работу над ним. Так, а сейчас давайте посмотрим, что у нас тут. У нас хлама у нас дофига. С местом у нас тоже мало. Мало этого места. Так, мне кажется, нужно попить. А ну-ка, дринкай этот напиток. Без этого тут никак. Сейчас наполним себе немножечко этот желудок. И все, что надо. Нормально все? Нормально все. И некуда раскладывать на самом деле. А там какой-то ящик есть? А, там у нас не открывается даже, я забыл. Да, у нас не открывается эта дверь почему-то. Очень странно. Ну окей, что поделаешь, я пошел работать. На самом деле, первое, что мне придется сделать, это, по идее, закрыть весь этот участок забором. Из-за зомби, если туманчик будет, и из-за медведя. Это значит, мы берем с вами вместе вот этот забор. Маленький делать не буду, хотя по бокам у нас будет, скорее всего, маленький. А маленьких ворот у нас нет, чтобы... Хотя, погоди, я же могу маленькие ворота сделать, чтобы машина туда влезла. Ну-ка, давайте поэкспериментируем. Вот, допустим, такую штуку замутить. Это стики нужны и компоненты. Вообще не проблема. Если я вот это, я уже не помню, куда они открываются, могу, по идее, могу так сделать, чтобы сюда машина влезла. Так, чтобы машина влезла, но чтобы зомби не залезли к нам, да? Это значит, как минимум... Так, а в какую сторону она открывается-то? Блин, а кто подскажет-то? А я фиг его знает, в какую сторону открывается-то, я вообще не знаю. Блин, это если только поставить, потом выломать, чтобы понять. Как минимум сейчас поставлю вот план этих частей, вот этих, да? Это как минимум. Давайте начнем, короче, отсюда, потому что вот у нас забор там. И вот у нас заборчик здесь. Я даже не знаю, по идее здесь закрываться не нужно, потому что здесь у меня будет этот подъемчик. Я даже от дома сейчас буду строить. Вот именно от этого дома. Так как через дом, само собой, никто проходить не сможет. Это значит, вот тебе лесенка. Вот так вот, можно впритык. Можно построить. Ну, тут ни бомжи, ни никто, короче, сюда не залезет, да? Да, и вот потихонечку мы все это вот выставлять будем. Так, чтобы... Так, я же мог эти ворота поставить, допустим, большие, которые... Но они вообще смотреться не будут, так как у нас тут заборчик по кругу. Это очень здоровые ворота. А заборчик-то у нас очень маленький. Поэтому мы его маленькими оставим, чтобы было красиво, чтобы эту красоту не закрывать. Текс. И значит... Собакин, уйди оттуда, Собакин. Так, сиди сюда. Собакин, ты будешь вот здесь стоять. Вот, допустим, погоди, стей. Все, ты будешь стоять, короче, здесь. Стоишь? Надеюсь, стоишь, погоди, еще раз. Вот так вот, все, стой там. Сейчас он стоит. И вот таким вот образом это у нас все дело работает. И вот так вот. Сейчас мы, главное, блин, ну это уже надо поворачивать влево, по идее. Ну нормально, для того, чтобы лестница была прямая, то как бы можно. Здесь мы поставим под тот же уклон. Это значит... секундочку. Вот под этот же более-менее уклон, да. Отлично. И дальше мы также мутим дальше с этим забором. Вот так вот. Много их надо. Но иначе, да, попади же. Но иначе никак. Сюда уходим. Да, нормально будет. Мы выйдем как раз в правильный угол. Отлично. Ну, короче, когда так получилось, я прикинул примерно, какая ширина, какой ширины машина вот наша. Вот здесь местечко есть, вот там местечко есть. И вот это обычные заборчики, которые мы ставить будем. Прям самые обычные. А здесь у нас будет калиточка, то есть двойная такая калитка, чтобы... Машина сюда влезла. Просто я хочу, чтобы у меня база была более-менее такая открытая. Большие заборы не хочу из-за того, что...
Ну, чтобы эту красоту как бы всю не закрывать. А сейчас мне нужны палочки из-за того, что заборы эти делаются из этих стиков и, само собой, компоненты. Палочки у нас делаются вот здесь, из обычных бренчов. Бренч, вроде бы как, если не ошибаюсь, добывается... А ну-ка, иди сюда, ножиком. Давайте все-таки попробуем. По идее, ножиком добывается корка дерева. Но не бренч, да? А ну-ка, вспомним детство, так сказать. Да, короче, это у нас tree bark добывается с помощью ножа, а бренчи все-таки будут добываться как минимум топором или просто поиском вот так вот по земле. Но топориком, будем сейчас рубить. Где у меня топор? Есть? Есть топор. Так, погоди, надо, во-первых, убрать ножик отсюда, потом нужно это вот засунуть вот так вот и... Смотрим, сколько мы корок сможем, не корок, а этих... веточек можем собрать с одного дерева. Нам-то нужно там, я не знаю, там целую кучу, по идее, собрать. Так-с. Ну, сейчас, короче, все вот это вот дельце мы с вами вот так вот, вот так. Короче, собираем все, что здесь у нас мелькает под глазами. Вроде бы все собрали. И три, с одного дерева три этих... как его? Три... И туда еще упало, да? А если вот так вот, пикап локс, что-то из них сейчас выбивается, я уже не помню. Да, палочки только из этого делаются, иначе вообще никак. Ну окей, придется, друзья мои, придется нам тут работать, короче, и работать в этой базе. И плюс к этому нужно, по идее, найти нашего скота, потому что скот у нас лесоруб. Я знаю, где находится пока что местонахождение только Рэйчел. Рэйчел у нас находится вот здесь. А вот скота, который якобы лес рубит, я не знаю. Это же новая карта, вы не забудьте, да, что как бы вот полностью полноценная новая карта, если кто не знает. Здесь нам ничего и не прямо не все известно. Так, Стоямба, я услышал сейчас какой-то взрыв. То, что вы говорили, что это если взрыв, значит это какой-то ивент. Есть карандаши для этого. Обязательно, без карандашов мы не узнаем, где находится этот ивент. Открываем, значит, карту и нажимаем на Event Location. Так это вообще близко. Прям здесь рядышком от нас, короче, случилась беда какая-то. Я частенько слышал этот звук. Блин, хожу с этим барахлом, блин. Надо вторую машину на самом деле собрать, чтобы машина для лутания была, ну, на месте, а я катался на другой. Так, с места в инвентаре есть? Место, в принципе, есть. Ну, поехали. Мы знаем, где это находится, поэтому... Поэтому с картой я уже более-менее разобрался, друзья. Давайте посмотрим. Где-то случился ивент. Если у тебя этих карандашей не будет, значит, ты не будешь знать... Опля! Не будешь знать, где находится этот ивент. Волков нет? Этих, медведей. Ёшкин-матрёшкин, вот это я понимаю. А это мне надо сфоткать. Так, а ну-ка, спаямба, скринчик нужно сделать. Так, убери. А чё не прятать? Вот, отлично. Смотри. Хренась. Вот так вот. Это знаешь, как на самом деле в реальности тоже вот такие аварии случаются. Вместо того, чтобы люди бежали помогать, они начинают фоткать. Так, спагади, чё тебе делать? Вот, резкий, надо его спасти. Короче, чувак попал в аварию. Не знаю, как он... А, скорее всего, отсюда, само собой. Да, вот отсюда сверху. Бабам! В это дерево. 3 минуты на спасение. И что это мне даст? Что-то будет? Какое-то NPC, прикинь? Richless, thank you for saving me. Спасибо, что ты меня спас. Конечно, я ему говорю. This is a small thing. Это самое малое, что я тебе могу вернуть в благодарность. Он мне дал сейчас просто компонент, один компонент, need anything. А, с ним можно торговать, он спрашивает, хочешь что-нибудь, а я могу с ним сказать пока или могу торговать. А что ты про... О, картошку можно с ним выкупить. Weapon and tools, your... Это мое, короче. Это мое, то, что я ему могу дать. А это то, что он мне может дать. Я как бы мог бы, допустим, картошку взять, но она... А просто взять не могу? Тут же цены вообще нет. Ну, допустим, я хочу купить. Чисто ради интереса. Я даже должен понять, как это работает, да? Ой, что я тебе дам? Да на тебе палочки, вот. А если ничего, пока... Так, погоди секундочку. А если вообще ничего ему не давать? Вот, ничего не дал. Deal. Back.
Good luck. Короче, я ему взамен ничего не дал, вообще ничего не дал, и он мне дал картошку. Все-таки взял картошку и не... Собакин, ты что там делаешь, блин, Собакин? Елки зеленые, блин. Все, машина не горит. Интересно, она здесь останется надолго, или я просто отойду и все? Ха, нормально. Однако, а ну-ка забери все отсюда. Отлично. Что там у нас еще есть? А там у нас ничего нет. Барда... Барда... Нет, бардачок не хочет. А если мы... А, так он и зайти... А, заходит. Нормально. В бардачке ничего. В этих... есть экзамен. Тут кошелек есть. 7777. А куда его водить-то? 7777. Хм... 7777. Интересно. Так, окей, раз 7777, тихо-тихо, закройся. Давайте я выйду. 7777. Погоди, мне кажется, вы в комментарии писали что-то про то, что чувак какой-то, человек, нашел такой же код с четырьмя семерочками. Ну-ка, поехали. Я испугался, блин, Нифига себе, 5 литров, блин. Где у нас канистра есть? У нас была канистра. Погоди. Вот она, канистра. Там 5 литров топлива, ты чё? Так, свилкен. 4 семерочки. Надо вспомнить, что вы писали насчет этого. Сейчас, секундочку, давайте мы эту канистру возьмем. И надо еще проверить, если мы мотор оставляем заведенным, у нас тратится или не тратится топливо, потому что раньше не тратилось. А сейчас вообще неизвестно. Поехали домой. Да, короче, глянул я комменты, которые говорил. Там наши друзья, наши подписчики даже не поняли. То есть сначала думали, что это от одного дома, этот код 4 семерки. Потом подумали, что от другого. Но все-таки с этим кодом 4 семерки еще вроде бы как не разобрались. Так что если вдруг вы знаете или в курсе, куда подходит этот код, то не забудь об этом написать в комменты. А я тут продолжу это все дело строить. Строим. Здесь у нас туманчик. Пока что будем отдыхать в туманчике. Не будем сейчас напрягаться. Будем просто ждать, смотреть сверху и наблюдать за этими зомбаками. Само собой, можно их отстреливать. Но зачем тратить патроны на ненужные зомби, когда у нас есть в дальнейшем база очень такая серьезная, которую я хочу тоже глянуть, что там у них есть. Эта база вот где-то здесь, если не ошибаюсь. Да, и мы туда, даже если успеем, может быть, сегодня сходим. Короче, я заметил, что у нас заканчивается водичка. Водичка в этой игре очень важная тема. Поэтому вот что мы как бы сделали. Я немножко поработал над нашим домиком для людей, которых мы будем спасать, чтобы у них была хата. Я сделал себе ворота, сейчас покажу что да как. И освобожу сейчас в таком случае этот наш джип. Полностью освобожу его от ящиков. Оставлю, может быть, только один ящик. И хотелось бы патроны немножечко оставить. Потому что у меня, смотри, есть... Две пачки 16-патронные на револьвер. Зачем так много нужно? Смотрите, во-первых, у меня уже в обойме есть 6 патронов, да? Во-вторых, я его как бы тратить так сильно тоже не буду, поэтому вот эти вот две пачки мы здесь оставим. Шестерочку я себе оставлю, хотя можно и вот так. Не-не, пусть будет вот так, короче. Соответственно, у меня сейчас 12 патронов на револьвер. 7,62... Тут 18 штук. Значит, смотри. Это rifle ammo. Это эти есть, да? Нет, это не то. Секундочку, rifle ammo мы, значит, оставим. Вот эти вот 18 мы скинем. 5 патронов для... Хотя, не-не-не-не, для снайпера. Если там снайперы будут, значит, мы это берем. Для автомата. Давайте глянем, что у нас по автомату. В автомате у нас 19 патронов. Сейчас мы еще зарядим. Получается 30, значит, четверочку эту мы здесь оставим, чтобы освободить себе слот. И на дробаш. Дробаш пусть тут и стоит, потому что дробаш он нам всегда нужен. Патроны всегда нужны на всякий пожарный. И вроде бы как пару слотов, 3 слота, считай, я освободил. Еду сюда. И сейчас давайте я все-таки спущусь. И мы пойдем сейчас в новую базу, то есть на новую базу бандитов, потому что мне нужно, из-за того, что эта вот строечка затягивается намного дольше, чем я думал, и, ну, не так уж и легко все это делается, да, вот видите, уже 50% дров мы сюда, то есть 24% дров мы уже сюда закинули, вот тебе наша калиточка, сюда машина вроде бы как проезжает довольно нормально, тут немножко закинул, там закинул, и по чуть-чуть это все будет готово, но...
Когда заканчивается вода, тебе нужно на самом деле сделать... Сейчас покажу, где эта штука находится. Водичка. Вот, нам нужен очиститель воды. А для него нужен бакет, то есть ведро. Ведро у меня здесь нет. И вроде бы как ведро не создается. Я уже вроде смотрел, мы как бы помним, что оно не создается таким образом. И ведро, мне кажется, можно замутить, если... кстати говоря, а если я сейчас сделаю себе этот, как он называется-то, верстак? Ведро же там вроде делается. Давайте мы сделаем с вами верстак. Значит, нам нужны сейчас 16 досок. Это вроде не проблема, потому что с бревнами у нас там тоже проблем нет. Значит, беру пилу. Чё-то я свою пилу не могу найти. У меня же была пила. Я что, ее скинул где-то здесь? Скорее всего, я ее где-то здесь... скинул, но я не вижу. Хорошо, это есть на самом деле не очень-то хорошо. Давайте в таком случае мы вот эти вот вещи тоже сюда скинем. Вот это скинем и вот это скинем. И найдем с вами пилу. А может, пила наша находится здесь? Да, вот оно что. Кстати, вот. Насчет этой я сейчас покажу кое-что. Насчет удочки. Вроде бы она собирается, вы мне писали, что собирается вот здесь. Потом бэк почему-то надо нажать. Это очень... А, это задняя часть. И фишинг, вот он, фишинг менедж. Это можно сюда засунуть. Ну, это скорее всего вот это. Нет, это не это, род. Вот это у нас род. И это вот reel. Окей, мы собираем потихонечку фишинг менеджмент. Нам нужен приманка нужна и веревочка нужна. Это, скорее всего, эти вещи также нужно найти, потому что скрафтить их вряд ли получится. Fish bucket. Окей, вот такие вот вещи у нас есть, да? Use fish bucket rod. Нажми на это. Окей. Ну хорошо, надеюсь, эти вещи не пропадают, если мы полностью не собрали их. Сюда идем. И менедж. Да, нормально, они там остаются. Все, взяли мы с вами эту пилу. Сейчас мы сделаем пару досочек. У нас пару штук есть. Так, все, на самом деле хотелось бы мне сделать прямо здесь workbench. Прямо наверху, чтобы какая погода бы ни была, какие там зомби не ходили к нам, чтобы у меня была возможность заниматься своими делами в безопасности. Так, посередине мы ставить, скорее всего, не будем, но это можно потом подвинуть, да? Хочу, допустим, вот сюда вот. Что потом справа еще что-то влезло, если вдруг нам еще что-то понадобится. Так, есть контакт. Целый час на это придется угробить рабочего и реального, как его, этого игрового времени. Блин, опять пить персонаж хочет. Но, по крайней мере, давайте посмотрим, если это у нас работало. Да, есть, букет делается здесь. Значит, можем добыть себе воду и прямо здесь. Значит, нам нужен металл. Немного металла. И что-то надо было еще, еще там кое-что нужно было. Сейчас, секундочку, вот он валяется, металл, мало, правда. Так, ищем, стоять. Что-то не всегда попадает по этим ящикам. Вот тебе металл. И после этого, секундочку. Да, после того, как мы сделаем ведро, нам нужны камни. Вот эта штука, firewood у нас есть. С камнями у нас, мне кажется, проблемы. У нас камней не так уж и много. А этого firewood, если не ошибаюсь, это wooden scrap, это другое. Это другое, но сейчас мы по-любому найдем все ресурсы нужные. Ну тогда пошли делать ведро. Ведеркин. Сейчас будет у нас ведеркин, короче. Вот так вот, 45 минут. Ну, был бы у нас человек, было бы кому это сделать. А так придется самому все это вот скрафтить. Теперь камни. Ага, и потом бочка с водой. Бочку с водой мы по-любому делать будем. Это на самом деле не обязательно, но когда ты живешь далеко от воды, а на самом деле мы живем вот здесь, вода недалеко, но возить ее придется нам в эту бочоночку. В этой бочоночке нам нужны еще гвозди, по идее, для нее. Да, ну короче, есть чем заняться.
Да, не успеем мы, короче, все это вот дело сделать. Значит, берем ящики, полностью освобождаем свой пикапчик и уезжаем в поисках воды и в поисках лута. И плюс к этому у нас есть возможность сейчас глянуть, где находится еще одна база бандитов, потому что там будет у нас интересненько. Это база, где была церковь, если не ошибаюсь. Хотел бы я ее увидеть и глянуть, кто там у нас водится. Это было бы довольно интересно. Плюс к этому у нас сейчас есть возможность, есть патроны для всего этого. Это немаловажно, когда ты посещаешь такие базы. Так, иди сюда. И вот эти тоже как бы ящики пройдет все-таки их... Не тебя. Сначала первый верхний. Вот так вот верхний. Все сюда складываем спокойненько. И сейчас по-любому какой-то ящик с собой возьму, чтобы хоть что-то было возможно себе загрузить. Собака отдыхает, потому что такой был приказ собаки. Текс. Ну, они забиты всяким говном, да? Нужным и ненужным. Но, по идее, в этой игре все нужно. Но сейчас решим, что берем, что не берем. Вот оно, я понял. У меня, короче, много патронов сейчас для этого пистолета. Они мне сейчас на самом деле не нужны. Я их, походу, вот целых 47 патронов. И мы их скинем по-любому. Целых 47. Это вообще эти, скорее всего. Давайте вот так вот сделаем. Это тоже скинем в ящик. Все, восьмерочка мне хватает. Потому что мы же там не стреляем, как бы, как этот, как Рэмбо, блин, налево и направо. Мы экономим спокойненько патрончики, чтобы хватило для других походов. А вот это дело... вот, погоди, вот гранаты где-то у них... У нас гранаты еще где-то лежали, если не ошибаюсь. Или это у нас что? Это фрагменты просто. Все, короче, скинул я их сюда. И вроде бы все. А ты пойдешь со мной. Я полностью освободил его. И вот у нас есть один ящик для лутания. Так, давайте мы его сюда. Для чего мы это делаем? Да потому что я не выживу. У меня не так уж много воды, а нам нужно уехать. Так, собакин, ты идешь само собой со мной. Все, мы едем. Давайте мы сядем в машину. Все, собаку со мной поедет. Так, единственное, что я не взял, знаете, что я не взял? Канистру, в которой было меньше топлива. Сейчас возьму. Сейчас главное показать вам, если машина вообще вылезает, вылезает или не вылезает отсюда. Она должна по-любому смочь пролезть. Нормально. Можно. Значит, работа, так, давай еще дальше. Чуть дальше, отлично. Так, мне бы канистра. Канистра, которая более-менее пустая. Здесь у нас все, что хочешь, кроме канистры. И воды тоже, кстати, нет. Текс. Нашел, конечно, нашел. Канистра идет с нами. Все, собакин, поехали. Дверь можно оставить открытым. Открытой. Ну, или ворота открытыми. Все, поехали. Чтобы вы понимали, мы находимся на самом деле сейчас где-то посередине карты внизу. А нам нужно полностью влево уехать. И встретиться с бандитами. Так, снова у нас еще проверочка будет. Я взял с собой бутылку, пустую. Сейчас мы на дорогу выйдем. Там у нас вода есть справа, но я хочу через другую дорогу выйти сейчас. И у озера проверить, если можно ли пустую бутылку залить водой. Само собой, по идее, можно. Но хочу проверить, если здесь у нас это работает. Я ездил по дороге, мне было интересно, а чё у нас так высоко посадка машины? А вот почему, блин. Вот так это называется, когда ты едешь в бета-тесте на новой карте, где она еще немножко не прорисована. Ну, игра еще не просчитала этот, именно вот этот изгиб дороги, что у меня даже собака и даже я. Смотри, вот я вот сейчас поднимаюсь, и я нахожусь немножко выше, чем асфальт. Офигеть, да? Вот так, вот такой вот хитбокс у этого асфальта. Ну окей, поехали, собакин, поехали. У нас там база спереди. Я не хочу сейчас с ней слишком там напрягаться. Мы хотим ее объехать. Как это сделать? Первое, что вы мне написали, это то, что Кент, ты здесь забыл у первого автобуса, вроде бы как. Чемодан, это правильно. Он пустой, кстати говоря, почему бы даже вот... Почему бы и нет, мы его туда поставим. Даже два чемодана, неплохо. Будет три чемодана, я вообще буду благодарен. Так, иди сюда. Отлично. Кстати, там воды не было.
Вода была, это хорошо. Плюс к этому что-то здесь еще выписали. Вот еще один чемоданчик. Нифига себе, сказал. Да повернись же ты, отлично. Вот тебе местечко, куда можно складывать все наши найденные предметы. Ну и плюс к этому здесь есть еще. Давай, задень его. Да задень ты его. Мув, есть. А сколько их там? А этот уже не рабочий, да? Это уже чемоданчик не рабочий. И в тебе тоже есть немножечко местечко. Так, хорошо. Иди сюда. Сейчас мы их сюда, короче, все закинем. Спокойненько, красивенько. Вот так, не, погоди. Вот туда. Вот так вот. Можно еще дальше? Можно, конечно. И то же самое со всеми. Ну, отлично, все сюда, короче, закинул. Все закинул в этот ящик, и у нас очень много сейчас местечка здесь есть. Есть небольшая проблема, хотя она у нас большая все-таки. Стамина больше не поднимается, потому что мой персонаж очень сильно устал. У него этот фатиг, прям жесть какой низкий. Ну, в смысле, он прям, ну, я не хочет ни двигаться быстро, ни ничего. Мне сейчас вообще на стамину, в смысле, на shift нажимать нельзя, потому что я не смогу потом передвигаться. Не смогу потом уйти от погони. Все, друзья, здесь вроде закончили. Я забрал все, что вы говорили, что я забыл. И надо еще найти, блин, через куда вообще объехать все это дело. Мы находимся где-то вот здесь. Через право. Да, справа обойдем. Слева, то есть, слева, если так подумать, слева. Ну а что я тут еще поднялся-то? Топливо, иди сюда, мы это заполняем. Куда идем? Мы с пятачком называется это. Сейчас, секундочку, мы это все обойдем. Объедем, то есть. Потому что мы эту базу уже лутали, там ничего такого интересного нет. А меня сейчас интересует совсем другая точка. Успешненько мы это все объехали. Теперь где-то здесь. Да, это вот там и будет. Вот там и будет. Надо понять, где у нас вышечка есть. А то там бандиты все-таки гуляют, видишь ли. Так, машинку мы, значит, здесь остановим. Вот так вот берем, значит, нашу винтовочку. И смотрим, есть ли здесь бандиты, которые прям хотят со снайперки нас убить. Если таковых нет, берем, значит, наше... Блин, я же могу вообще все... Миха, как его, мирно и тихо завалить их. У меня же собака есть. А они не внутри? Они снаружи? Ой, твою мать! Собакин, это ты, это по твоей части. А где он? Не понял. Твою мать! Всех. Где он? Так, собака, ну-ка разберись ты, вот, допустим, с этими. Ты сможешь или это далеко будет? Так. Поехала. Кто там стреляет? Так, собака уже внутрь зашла, понимаешь? Собака рвет всех на части. Она там хр-хр-хр делает и всех, короче, валит. Нормально. Мы даже это не увидим, потому что как бы нам это не надо. Собака, самое главное, что она... С этим не справляется. Все, стамина мне вообще. Ты куда там? Кто здесь стреляет прям рядом с нами? То что-то как-то... Вот, собака. Вот этого атакуй. Вот этого. Она куда-то залезла там. Она на вышку залезла. Ну, тогда иди ко мне, во-первых. Come here. Спустись, блин. Она залезла и не хочет спускаться. Нормально. Много вас там стреляет. Ну, елки зеленые. Атакуй, вот он.
Собака, иди сюда. Короче, все, она забаговалась. Даже сюда ко мне не хочет идти. Ой, это я промал. Ух ты, как нас много здесь. О, твою ж медь, а. Попаду. Блин, попал. Так, борьба так борьба, блин. Вот собака подвела, а. Собакин подвел. По два патрона тратить на них, это много. Давай, остановись. Ну, что ты. Ну вот собака, смотри, там вот чувак есть. Прям возле тебя. Не, она на вышке. О, спустилась, наконец-то. Атакуй их всех, блин, рви. Тихо, парень. Атака. Кушай его, кушай. Что, сломала собака? Ну блин, собакин, ты чё, блин? Атак. Рвёт, нет? Странно. Странно, собака не работает. Так, сделал, конечно же, сейчас перезапуск, но вопросик все-таки остается насчет воды. Давайте, раз мы уже здесь, чтобы я не забыл, делаем, значит, вот так. Тихо, далеко не заходи далеко, просто заполни водичку. Вот так вот, можно, да, все-таки можно. Только 0,75, да? Почему-то я думал, там у нас 2 литра. Почему-то я так думал. Но я неправильно думал. Собака, ты по воде не ходи, а то опять же забагуешься, нам этого не надо. Так, где мой дробаш? Вопрос. Что с собакой и почему у нас в прошлой серии наш пес работал как часы, а сейчас что-то как-то его как будто подменили. Попытка номер 2. Где там падла бегала? Вот он, да? Так, собакин, ты сможешь его атаковать? Да, она побежала. Она заходит туда, что-то делает. Прям внутрь заходит, никого не рвет, не убивает. Дерево у нас прям в воздухе висит. Ну вот там чувак, да? Ну вот атакуй его, давай, атак. Да и вообще по барабану. И вообще по барабану. Блин, она была имбой у меня в первой, предыдущей серии. Она всех рвала, ну вот. Тот бежит. Это походу она за ним, да? Бегала. Она бегает туда-сюда, она не может ее поймать, что ли? Да не, что ты, не ко мне. И вот к ним иди. К ним иди, елки зеленые, а? Странно. Тихо, не надо меня видеть. Не нужно меня видеть. Атаку, блин, на них сделай. Вот на вышке там, чувак. Атак. Смотрим. Окей, на вышку не хочет. Иди ко мне, come here. Тогда этого я убью сам. Не убью. Стой. Атака. Атакуй. Сука. Нехило. Попытка номер 3. Вот тебе враг прямо здесь на данный момент стоит. Вот она бежит. Она бежит. Смотрим. Куда ты идешь, блин? Да. Нехорошо. Собаку нам сломали. Все, стамина у меня нет, я сейчас бежать не могу. Вот в этом проблема, что я без стамины пошел к врагам. Не убежать, не укрыться. Ух ты, фильтр. Ничего нельзя, да? Ничего твоя тебя не отвалилось? Почему-то эту базу она не берет. Она бегает туда-сюда и больше ничего не делает. Но нам придется самим, короче. Ну я ж попал в тебя, блин. В тело как минимум, да?
Ну чё ты бегаешь? Чё ты бегаешь там, бегаешь и гавкаешь? И гавкаешь? Потише сделал, а то они громкие очень. Тот же парень был? Вроде, да? Не? Да иди, я не хотел падать, я хотел просто прыгнуть. Ну окей. Ну как минимум, собака, иди ко мне, как минимум. Come here, не гавкай там. Гавкай рядышком гавкай. Тогда давай с другой стороны обойдем. Этот револьвер славится тем, что один выстрел, один труп. Вот так должно быть, да? Почему-то мы тогда не попали, очень странно. Один выстрел, один труп, это все хорошо. Короче, двоих мы убили. Надо помнить, сколько их тут народу. Там еще один. От кровотечения, что ли, умер? Это в которого я попал. Три трупа уже. Лутаться будем потом. Три трупа, значит. Собака, ты со мной? Собакин, ко мне, кому говорю. Ко мне. Тихо. КПшечка моя. Че, где он там? Он же там был. Убежал, падла, а? Брокколи. Хорошо, веган какой-то. Этот вообще ничего не знает. Этому пора... Ну, видишь, я попал в него, но он не сдох. Он не сдох, это плохо. Так, смотрим других. Отлично. Это четвертый вроде бы как. А ну-ка перезарядим. Вот ты вообще бестолковый. Ну как вообще такое можно быть? То есть бестолковый, ты же Лео у нас. Ты же у нас Лео. Я просто не хочу сейчас погибнуть. Можем, это все очень важно. Потому что в этой игре два патрона и все. Уже кто-то в меня откуда-то попал, да? Странно. Из окна что ли? Тихо, парни. Да, могут быть и из окна. Упал, отлично. Пятый. ХП у меня вообще на донышке. Прям вообще. Но снаружи никого нет, они все зашли внутрь. Вроде бы как. Два патрона пришлось. Шестой парень. Кто там у нас еще есть? Ой, какие вы быстрые. Седьмой. У нас 4 патрона осталось. Ну, собака, ну как же ты так можешь? Давай, войди внутрь хотя бы и проверь там, если кто-то еще есть. Атакуй. Поехала, собака. Кого она там гавкает? Походу, никого нет. Могу сейчас сдохнуть. Короче, 6 или 7 человек было. Все? Это база, которую я хотел облутать еще в первой серии, но не решился. 2 слота мы еще открыли себе, это круто. Короче, собакин, ты сегодня вообще нехороший собакин. Блин, я без стамины сейчас схожу, как этот. О, Джион. Не, ну ты прикинь, у меня базы еще нет, но у нас тут есть Джион. Че мигает? Почему мигает маечка? Не маечка, а этот... А на самом деле, я-то понимаю, что как бы у нас тут база есть, палатка пока что. Но я тебя спасаю, да? 5 минут на спасение. Ты уйдешь туда? Soldier has been... Конечно, yes. Блин, ну это меня бесит. Вот в палатку она не хочет. Хоть в палатке там есть один слот, когда мы открывали... Вот перемотайте назад. Я палатку трогал сегодня. И там был один слот, и ни у кого не было доступа. Якобы там написано, что мы никого туда еще не поставили. Вот хочу поставить. Почему не работает? Или на что-то другое нажать? Yes. Ха! Странно, очень странно, вообще очень странно. Она сейчас, по крайней мере, попала. Ну, я не знаю, вот кнопка rescue по-любому есть, но тело попало. Пропало. Ой. Непонятная, короче, хрень. Надеюсь, она... Слышь? Просит. О-о-о, rescuing. А ну-ка, cancel. Все, нормально. Надеюсь, она туда ушла, к нашей палатке, очень надеюсь. Собака, я тоже думаю, что тут никого нет, поэтому все нормально, не дергайся вот так вот. Ходи нормально. Врагов же нет уже, да? Нет?
Нихрена себе, что такое? Mounting part. Что за mounting part? А, для пулемета, понял. Лук. Да это у нас этот лонгбоу, блин. Неплохой такой лук. И вот тебе и чемоданчик, вот тебе патрончики и все, что нужно для счастья. Значит, мы все эти вещи туда складываем. Вот так, вот так. Это я даже съем сейчас. Блин, друзья, пришлось нам все-таки зайти на эту базу силой, если собака все-таки не хочет. Мы это сделали по-другому. Так, давай вот так. И... Ой, какой-то маленький. Тебя не дорисовали, что ли? Этого ящика все-таки не дорисовали маленько. Так, он же должен быть большим. Погоди, а что я... Это, у меня... А, не открывается, понял. Нифига себе, сколько тут вещей-то. И мотор даже есть. Круто. Как раз на новую машину потом... Еще маунтинг парт. То есть я пулеметов сейчас могу уже 3 поставить, да? Куда-то. Вы туда складываетесь? Нет. Ага. Ну, баги-баги, друзья мои, баги. Не зря это у нас игра в бета-режиме. Блин, шатовать не могу, к сожалению. Поэтому приходится... Вот так вот. Туда кинуть. Лопата не берется? Берется лопата. Мне бы кирку еще найти. Было бы неплохо. Но если здесь у нас лопата, значит кирки у нас... Кирки здесь и быть не может, потому что в таком месте так много вещей одновременно не могут быть. Друзья, смотрим, я вроде все облутал. Если что-то где-то не увидел и пропустил, не забудьте об этом написать. Короче, если грамотно подходить к этой базе, вроде можно нормально ее пройти. Туда. Так, смотрим дальше. Кого мы еще можем облутать? 7 человек здесь было, это немало, по идее. Совсем немало. Ну, все ресурсы, само собой, пытаемся забрать. По мере возможности наших карманов. Че у нас здесь? На вышке? Вышка, кстати, хорошая. Хопля, а там еще дорога есть. Там еще снизу дорога есть. Я вам сейчас скажу, что это за... Вот эта дорога. Это вот эта вот дорога есть. Окей. Окей. Но здесь у нас на вышке ничего. Колеса, я не знаю, нужно ли нам так много колес. Их прям слишком много, мне кажется. Это не берется. Берри мы не берем. Там сверху обычно бывает иногда что-то, но не здесь и не в этот раз. Так, стоямба. Блин, не могу шифтовать, это вообще жесть. Не могу шифтовать. Ой, а как вас здесь еще стыковать, чтобы нормально было? Вот это вот мы сюда берем патрончики. Патрончики, вот это сюда стыкуем. У нас еще место освободилось, получается. И с удочкой. Что-то здесь было с удочкой или не было ничего. Вот у нас. Ну, вот такая штука у нас уже есть. Это сюда стыкуем. Или стакаем. Но это могу съесть. Освободится место. Блин, как бы... Смотри, сколько времени проходит, пока он открывает баночку. Там столько теней уже прошло. Солнце уже садится, ё-моё. Так, дальше смотрим, что еще дальше есть. Вроде бы всех убил, а то сейчас кто-то еще вылезет и скажет: та-дан! Ты сдох. Это нам ни к чему. Такс. Такс, отлично. Серийка у нас длинная, но зато много чего мы успели. Осматриваемся. Осматриваемся. Это у нас broken. Нет, это не сломанная, это прям хорошая винтовка. Ну на. На, вот так. У тебя что есть хорошего? Гранейт фрагмент. Камень придется вот так. Это придется съесть. Брокколи, в принципе, можно взять. Для задания иногда бывает, что нужен, но... Но он испортится, поэтому брокколи мы даже брать сейчас не будем. Там у нас тропиночка, камушки. Да вроде бы как все, да? Ну, патроны только. Только некуда их стаковать. Значит... Что-то мы здесь выкинем, друзья мои. Что-то мы здесь... Бутылочку выкидываем. Вот так, давайте наверх. Сверху просто firewood. Блин. Как бы на этом все заканчивается. Что у нас в этих машинах есть? Только топливо. Но нам это надо. А в тебе что есть? Тоже топливо. Отлично, в белой машине тоже топливо. Шикарно. Вы всегда говорите: Кент, проверь машину, проверь бардачок. О, проверил бардачок. Так, тебе некуда ставить. С карандашами у нас проблем нет, поэтому я его брать не буду. Стой, вот там тоже ничего нет. Очень странно, но там вообще никогда ничего не было. Или хотя карандаш можно взять.
Да и хер с ним. Не-не, не будем, не будем. А здесь тоже можно зайти, да? В тебя же можно зайти? Можно зайти. У тебя что есть интересно? Ох, ты же, елки зеленые, как много всего. Как много всего. Я не знаю, для чего в этой игре сигарета? Вообще не знаю. Если кто-то в курсе, пишите, пожалуйста, в комменты. Кто-то понял, для чего нужна сигарета в этой игре? Или просто, чтобы курить? Странно очень. Здесь куча всякой хрени тоже была, я взял. Все, что можно было взять, мы взяли. Тут у нас колесо, которое я брать уже не буду, потому что, ну, скорее всего, места у нас в инвентаре нет. И обойду вот это вот дело, и вроде бы как все. Сейчас ящик только, это чемодан, не чемодан, а шкафчик возьмем. И этого чувака мы не облутали. Фрагмент... Гренейт. Все, друзья мои, на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам все понравилось. Мы были, кстати говоря, в local church, в местной церкви. Do you know what hell is? Come here, our preacher. Короче, не понял, что это такое, но, допустим, люди англоговорящие в нашем сообществе поймут, что-то написано. Я вот туалет не проверял. Вы мне писали, что уже в туалетах не будет никаких ящиков, но все-таки почему бы и нет? Можно проверить и глянуть. Камушки не влезают. Нет, в туалетах больше нету ничего. Погоди, тут светилось. Уже не берется. И все, вот машину тут проверим. Топор. Ну, топоры нам нужны, поэтому что-то я скину по-любому. Тряпки эти скину, хрен с ними. Топор возьму, топоры у нас будут ломаться, потому что мы будем рубить и добывать всякую ерунду. Там я был? Там я не был. Друзья мои, на этом заканчиваем. Не забывайте, если вам все понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться. Да неужели, можешь подниматься, молодец. Ну а мы с вами заканчиваем. Если есть опять же какие-то советы, не забудьте об этом написать. Сейчас я машину свою красную сюда подгоню и заберу и выгружу все, что у меня есть. Я же все возьму, так как у нас там есть чемоданы в машине. А с вами я прощаюсь. С вами был Кентавр, это была игра Mist Survival. Вот наша красненькая машинка. Собаки, не багуйся, иди со мной. Увидимся в следующей серии. Также будем заниматься базой и всякими другими делами в этой игре. Всем удачи и всем пока.